Горчаковский лицей – стартовая площадка для поступления в МГИМО. Почти 90% обучающихся становятся студентами престижного вуза и связывают свою жизнь с дипломатией. Важно, что погружение в профессию начинается со школьной скамьи. Программа ранней профессионализации предусматриваются выезды детей на ознакомительные стажировки в наши посольства, дипломатические консульские учреждения, Министерство иностранных дел за рубежом. Мы специально работаем над этой программой, и, должен сказать, она пользуется большим спросом у родителей и детей, которые обучаются у нас. Высокий уровень образования, сильный педагогический состав – все это делает привлекательным лицей для школьников из других регионов. Ежегодно здесь большой конкурс на место. Мы с родителями долго думали, куда поступить, и так как наклонность больше к каким-то международным отношениям, поэтому решили в будущем поступать в МГИМО. Как мы посчитали нужным поступить именно в этот лицей, потому что он может помочь в поступлении и их на должном уровне подготовить ребенка к этому. Здесь учатся ребята из разных городов. Родителей в том числе интересовала не только образовательная программа, но и условия проживания. Лицей понравился, общее впечатление хорошее, проживание. Планируем здесь проживать, волнуемся, будем задавать вопросы, их будет много. Надеюсь, получим ответы. Первое впечатление сформировалось, осталось принять решение подготовиться к вступительным экзаменам и приступить к обучению в одном из лучших лицеев страны. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».